Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик. Тем более, что у нас подъехало новое видео, это Far Cry 4. Bad boy is a game. Итак, ребята, мы в прошлой серии захватили, значит... Так, а что мы... А, мы вот эту зону захватили, колокольню очистили, очистили лагерь лесозаготовки и золотозаготовки. Склад золота. Вот, хочу сегодня выполнить вот эту миссию, задание ферма Яков. Не знаю, что это за задание, но оно со звездочкой. А это значит, мы будем помогать Золотому пути. Так, это лодка. И на этой лодке мы сейчас отправимся, в принципе, просто на тот берег. Так, а тут... Вот тут надо будет высадиться и тут залезть. Ой, давай. Отличненько. Там кабаняки уже за мной, что ли, охотятся. Так. А вот и челик. Каджай, я знаю твою семью много лет. Знаешь, я прятал у себя на ферме оружие Золотого пути, но нагрянули солдаты Пейгана. Останови их, мы не можем потерять те стволы. Так, нужно освободить ферму и забрать оружие. А я сюда тэпнуться не могу. Забраться, я не знаю, смогу ли я там забраться. Такое ощущение... Монастырь, причем я здесь был, а почему-то здесь неизвестная территория какая-то. Есть у меня пара вопросиков. Смогу ли я вообще? Ну-ка, а вы остановитесь? Да. Могу забрать ну, машину. Отлично, блин, забирай. Да. Пейган захватил нескольких бойцов. Ну, блин. Чуть-чуть недовольный парень оказался, что я у него забрал тачку. Так, ну да, мне туда... Наверх надо! Нет, тут надо через речку проехать. Так, ну здесь я заехать не могу. О, здесь можно залезть. Здесь можно залезть. Круто. То, что надо. Туда я не могу закинуть? Могу. Так, что, ближе подойти надо? Нет, а что? А что такое? А что такое? Мне еще выше надо. Мне еще выше вы по-любому. О! Нашел дальше путь. Блин. А здесь я не могу никак забраться. Я понял, что это за место. What the fuck? Я что, просто так сюда лез, что ли? Возможно, там можно забраться. Давай-ка я вот на этом параплане просто... Сейчас. Попробую сразу вправо уйти.
Что, не долетаю, да, я? Там тоже обрыв, и здесь обрыв. Стоять. А, нет, тут здесь можно забраться, да, наверх? Чуть-чуть покоцались, но ничего страшного. Так, подожди, за что тут зацепиться? Алло. Или... А, тут... О, во, где. Вон оно чё. Что-то куда-то он с своей фермы Яков очень высоко забрался, я вам скажу. А, слушай, так это я сейчас опять в Гималае, что ли? Это я сейчас опять в Гималае, да? Люди короля захватили кого-то из повстанцев. Отправиться в Гималае, да. Ферма Яков. Уничтожить бензонасос. Бензоновоз. Так, это все, да? Так, что я здесь как-то могу пройти? Озеро Утпало. Замерзшее. Так, ну а тех надо потихонечку, аккуратненько. Там еще волки воют. О! Слышу выстрелы! Еще один. В смысле? Снегоход, блин. А вот на снегоходе я вообще не ездил еще. Так. Воу-воу-воу-воу! Какого хрена? Блин, черт, это что, ко мне едут? Ха-ха, ты куда спрятался-то? Все, отлично. Давай, дозорвем уже. А что он такой живучий? О. Остановить конвой. Так, слушайте, а я на снегоходе-то вот как раз первый раз прокатился. Так, навыки. Давай мы, что мы тут вот это качали? Давай, окей. Окей, и надо будет еще разулечку. Так, подожди. Прогресс. Я все продумал. Нет, слушай, 16 из 18, значит, я уже ездил на снегоходе. Не знаю, я вот на это ездил или нет. Давай просто сядем. Возможно, что я на это ездил. Так, давай посмотрим, засчитало. Прогресс. Нет, не засчитал. А может быть, вообще в Гималаях вообще не засчитывается это.
Вы слишком далеко от конвоя. Так я как? Я еду. Там три машины, типа. О, подожди, а чё у меня? Серьезно, а какого хрена я вот вообще на ней еду? Блин, очень узко. Воу, что произошло, ребята? Мы, походу, просто взорвались нахрен. Да, блин! Ну, идите нафиг, я все, я за конвоем. Ни хрена себе, вот это волчары там. Так, а если я... Оу! А какого хрена? Подожди, стой. Давненько я никому кровь не пускал. Блин, а чё он не поворачивает, во? Да, блин, вылези. Все. Доберитесь до фермы. Бензоновозы мы здесь оставляем, да? А, это типа по дороге она сама едет, да? Эй, яки, блин, вы куда тут? Ой, нафиг. Эй, ты, блин, як. Воу! А, это больно. Да как они так попадают? Подожди. Блин. Еще кто-то меня палит. Чуть не отлетели. Надо взять джип. У меня три этих осталось. Три аптечки. Это ферма, да? О, а тут чисто, что ли? Найди тайник с оружием. Ну и яки злые. Он?
Да. Ну и чё? Мы нашли её, чё? А найдено. Причём... Так. Вот еще одно. И вот третье. Защитите. Смерть, очисти тебя! Аграй, к тебе бегут враги, не пускай их к оружию. Я тебя урою! Оу! Да блин, иди нахрен! Да блин! Ты мне не противник! Воу-воу-воу-воу-воу! Охренеть! Охренеть! Золотой путь умрет! Будет больно! Не сдаемся! Мне надо лечиться, 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 лечиться. Давненько я никому кровь не пускал. Захвачу пулемет! Я... Вот стервятники попируют! Жопа давно не дымилась. Сейчас прижарим. Эксигоу! Блин, а что их так много? Чё, меткий стал? Охренеть. О, снайпер. Меня снайпер палит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Охренеть, блин! Защити тайники, блин. Аджай, к тебе бегут враги, не пускай их к оружию. А чё он так медленно поворачивает? Thank you.
Давайте, давайте, по одному, тихонечко. О, я не могу! Стой, стой, стой! Где, где, где? Ну, в прошлый раз больше было. Да, блин, а как мне в него попасть? Так перелетает. Так. О! Давай, давай. Ты какой живучий? Вот так-то. Давайте, 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 где вы там? Так, ну начали тачки подъезжать. Сколько мне тут стоять защищать-то? Хоть какой-нибудь таймер запустили, я не знаю. Где он? Где-то там. Да я даже не прячусь. Ого! Еще машина едет или не едет, просто стоит. А вот она. Офигеть, они на каких-то бронированных тачках стали ездить. Не пойму, кто-то меня типа видит. Убей оставшихся солдат. Так, а как мне тут перебраться? Молодец, я к тебе пошлю кого-нибудь. Все? Блин, ну слушайте, ну прикольная миссия была.
Главное, когда я просто без пулемета, без этого стоял, меня просто миллион. Мы его годами собирали. Оно поможет нам спасти эту землю. Пожалуйста, пожалуйста. Просто сто лет я сражался с ними. Это, конечно, очень долго было. Но они в этот раз как какие-то медленные были. Как-то по одному. До этого толпой тут по одному начали, когда я на пулемете сидел. Ну что ж, ребята, тогда на этом будем серию заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами Bad Boy Games. Я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.